В мае 2018 года на кафедре иностранных языков филологического факультета РУДН открылась долгожданная выставка работ, выполненных в стиле коллаж, посвященная творчеству Антуана де Сент-Экзюпери. Поскольку 2018 франко-российский год языка и литературы, было принято решение не только открыть выставку, но и провести целый проект. Мы объявили конкурс творческих работ среди школьников и студентов. Это состоялось полтора месяца назад. Ребята выполнили свои работы. У нас прошла выставка, и вот сегодня мы будем их награждать за прекрасные творческие проекты, которые они сделали. И, кроме того, с группой нашего клуба франкофонов мы, собственно говоря, оформили аудиторию Сент-Экзюпери своими руками. Задача участников состояла в том, чтобы сделать коллаж, в который должны были быть включены следующие элементы – текст, рисунок, фотография. Каждая работа выполнена в своей технике с использованием разных материалов, источников и в определенном стиле исполнения. Самая удачная работа останется на почетном видном месте в аудитории Экзюпери. Но мы собираемся наградить всех участников, безусловно, кого-то выделить отдельно, наверное, потому что работы были очень разные, но все они безумно интересны. Возраст участников тоже – это от 4 класса школы и, в общем, до первого курса университета, поэтому здесь кого-то конкретно выбрать довольно-таки непросто. В проекте приняли участие ученики школ города Москвы номер 1302, 1694, школы номер 1948, лингвист М, ГБОУ, школы номер 1566 и многие другие. Я считаю это превосходной возможностью узнать о культуре других стран и просто душевненько поговорить. Я хочу услышать что-то новое о других странах и людях. Хочу услышать речь людей, которые говорят на французском с самого рождения. Ну, относительно, там, может, с 3 лет, может, 4. Итоги конкурса подведены, и лучшие работы теперь украшают помещение аудитории Сент-Экзюпери. Телевидение РУДН, новости.